когда в доме намечается какой-либо праздник и придут гости, хозяева старательно приводят все в порядок. Также идет подготовка и к массовым праздникам. А когда речь идет о важных для страны датах, то желание встретить этот день во всей красе в разы увеличивается. До Дня народного единства остаются считанные дни. Общественные организации вышли на Курган Славы, чтобы навести марафет. Сегодня мы стоим на пороге самого молодого, но очень значимого для всех нас праздника – Дня народного единства, который воссоединил территориальную целостность нашей страны. Суверенитет нашего народа добыт ценой миллионами жизней, их морального и трудового подвига. В единстве наша сила и в исторической нашей памяти. Поэтому сегодня мы находимся на Кургане Славы, мы проводим общественными организациями нашего района акцию по благоустройству мемориалов и памятников. Наши ребята убирают сегодня мемориалы не только в городе, но также на территории Мозырского района. Вышли работать все общественные организации, также нас поддержали предприятия города, школьники, студенты. Под ярким и еще теплым сентябрьским солнцем работа спорится. У кого-то в руках шпатель, у кого-то метла. Кто-то активно работает граблями. Грамотное распределение обязанностей и, как результат, Курган Славы на глазах преображается. Профсоюз «Зари» тоже охотно поддержал эту акцию по наведению порядка в канун такого замечательного праздника. Мы тоже решили убрать наше такое значимое место в Мозыре – Курган Славы. Мозырская молодежь активная и позитивная, всегда за любое полезное начинание. Парни и девушки, студенты Мозырского педагогического университета внесли свою лепту в общее дело. Сегодня на мемориальном комплексе «Курган Славы» мы собрались со всеми студентами, активистами БРСМ и активистами профсоюзного движения для того, чтобы облагородить и сделать более чистым наше запоминающееся место, которое, я считаю, что важно для каждого. Тем более на кону такой праздник, День народного единства, а также День города Мозыря, который празднуют все мозыряне, также молодежь. Мы должны показать пример и должны стать одной частью для того, чтобы наш город процветал еще больше и становился еще красивее. Я Бородавка Ксения, студентка филологического факультета, активист Союза молодежи. Сегодня принимаю участие в трудовой акции «За дело». Нам, как активистам Союза молодежи, очень важно принимать участие в трудовых акциях, наводя порядок в памятных местах. Мы помним о героях Великой Отечественной войны, мы гордимся ими. Эта память нас объединяет. Курган Славы – знаковое для мозырян место. Здесь расположена братская могила тех, кто в 44-м участвовал в освобождении района. Также находятся памятные знаки детям войны, блокадникам Ленинграда, воинам-интернационалистам. А еще музей военной техники под открытым небом. В субботу, 16 сентября, здесь пройдет митинг, посвященный Дню народного единства под названием «Мы едины». Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».